Здравствуйте, подписчики, здравствуйте, зрители. С вами Антон, и мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations. Отпишитесь, пожалуйста, как вам интро и, по возможности, аутро, когда вы закончите просмотр. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site and see what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on. Wouldn't it be great, Grinder, if we find the key to ending this whole mission? Да, согласен, но все-таки это зима, поэтому ночь тут не такая темная, могла бы быть. Блин, и эти бобики тут, очень не нравятся они мне. Совсем я разучился играть, сегодня день. Так. Возьмем автомат сразу, чтобы не париться. Более-менее сюжет начинает проклевываться. Приходит понимание, что происходит, кто в чем виноват, кто нет. Хотя остаются какие-то сюжетные вопросы, но, в принципе, большинство из них уже разобрано. Крис со своей напарницей то ли высадились на судно, то ли не высадились. Это неизвестно. Где они, как они. Джилл со своим напарником тоже потеряна для агентства. Ну а мы идем снова к месту крушения. Опа-на. It was the invisible man or something. I'm sure of it. For real? He's a hunter. He disappeared. Now I get what happened on the security. Блин. That was the ghost. It's a type of hunter. Thanks for the explanation. Жесть. Did I mention this blow? Ну да, когда их атакуешь, они выходят из инвиза. В принципе, не так уж критично, хотя и неприятно достаточно. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Кстати, да, достаточно опасная разновидность хантеров. С ними... Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, ой-ой-ой-ой. Опасно. Очень опасно. Да где ж ты? Падла. Сколько ж вас тут еще? Все? Как турбина еще может крутиться? Какой терминал? Самолет, что ли, который? Фига себе ты, силач. Вот это похоже, не? А, вот она. Окей. Everything appears to be in working order. Yo, Quinn. Time to do your job. Музыка, конечно, просто ржачная для нынешней ситуации. Grinder! What's going on? We need to contact HQ ASAP! HQ here. O'Brien speaking. What's... This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. Good work.
Дикие клоуны какие-то вообще. Кто шоколадный, что этот лысый? That's why I said nice one. You don't understand. I didn't calculate anything. Not the only ones looking for that ship. А вот это тоже нежданчик. What are you talking about? You're saying Veltro ran from their own hideout, and now they're looking for their own ship? That's what I'm saying. But I have no idea if any of the info I gleaned is for real or not. Great. So we have no idea really who we're up against. Exactly. And that's a piece of the puzzle we really need. Как Вильтро может искать сама свой корабль? Chris here. I received the coordinates. That's not far. We can be there in no time. Brian, we're on our way. Сейчас мы, похоже, за Криса будем играть. За Криса будем играть, да? Все, конец пятого эпизода, да? Как я понял. Ну, он коротенький совсем, так что сохраняться даже не будем. Угу, всего три эпизода в пятой главе. Понятненько. Интересно, сколько всего эпизодов в игре? Очень интересный вопрос. Хорошее название для эпизода «Кошки-мышки». Для главы, точнее. Повторюсь, корабль просто огромный. Вот заметьте, когда они приземляются на корабль, связь пропадает, как будто они попали в Бермудский треугольник. Никак иначе. Where could they be? Anywhere. Let's get started. Ну да, сейчас чувствую, экшон будет. Капитальный причем. Наверное, данная серия у нас получится прогулочной, скорее всего. И расстрельной. Так, тут книжка что ли лежит? А, нет. Профукал я, профукал момент. Ну ничего страшного. Хорошо хоть, что выбирать не надо, куда ехать. Но, честно говоря, я даже представляю более-менее, куда мы попадем сейчас. Ну да. Все верно. В ту комнату, где у нас был первый босс. Ну да. Пошли вы. Жалко, что они бегают так медленно. Но, честно говоря, я не хочу даже тратить время на все это. Лишний раз. Беги за мной, напарница, не отставай. Это самый главный козырь для нас. Бежать, бежать, еще раз бежать, и все будет отлично. Зачем лишний раз тратить патроны и заниматься фиг знает чем, когда можно сделать все быстро и четко, с расстановкой. Похоже, там можно было спрыгнуть, перила обрывались. Но мы этого делать не будем. Да на этом корабле полный срач происходит. Джилл с Паркером в порядке, это ж поверьте. Мы идем по ихнему следу сейчас. И все более-менее гладко происходит. Главное вовремя их найти. Кстати, у Криса наушники похожи на мои. Частично. Не полностью, но частично. Такие же хорошие. Правда, вряд ли он может у них слышать что-нибудь четко. I believe there's a problem with the engines. I'd wager they're in the ship's bilge trying to get them going again. That makes sense. We'll head down there now. Это ограждение блокирует путь. Окей. Где у нас тут скуловый блок? И как в него попасть? Давайте еще раз взглянем. Нет, бесполезно. Может сюда тогда? Без толку.
Куда тогда нам нужно идти? Я не очень понимаю. Может, в лифт вот в этот? Вызвать только его нужно сначала. Чего? Как не работало? И все. Заканчивается запятой. Просто гениально. Но нам сюда, походу, надо. Скорее всего. Даже другого варианта я просто не представляю себе. Ой, так долго, столько времени проходит. Абсолютно лишние моменты. Сейчас, похоже, будет взрыв, да, двери? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы чего? Жесть. Увидали? Один меня держит, а другой выпиливает. Офигеть. И куда мы попадаем? Ну, хоть не так уж и далеко. Попробуем уйти просто и все. Не желает открываться, супер. Только расстреливать я их вижу смысл. Еще разок. Бросай. Все, гранаты закончились, к сожалению, да? Они тупые, походу, вместе не могут, да? По одной лестнице заходить. Сейчас мы их спокойненько расстреляем. Сразу с дробаша. Все. Быстренько перезаряжай, братюня. Все, готов. Нормалек. Чё там? О. Ключ трезубец. Интересно. А куда его применять надо? Наверное... А, вот сюда, понятно. Отличненько, просто все замечательно. Но этого не обойти никак было, простите. Придется банально тратить патроны. Фиг знает на что. Вот этого главное ликвидировать. Все. Ой-ой-ой-ой. Блин. Сложнее начинается. Ой, ты куда присосался? Ох, жесткач. Я уже вообще запутался. Фух. Душная, душная игра пошла. Сколько ж вас тут, братюня? Может, сканированием заняться? Только так, если... Чтоб хоть какая-то польза была. У нас еще есть тут что? Ага. Во, ништяк. Шикарно. Давайте соберем то, что не успели собрать ранее. Хотя там еще один остался, хрен. Блин, их двое даже. Хорошо, что через стеллажи простреливается хотя бы.
надо аккуратненько действовать. Вот эту игру, конечно, я бы вам не советовал покупать в Стиме. Тут чисто смотрите видеопрохождение и все. К тому же здесь нету кооператива. А то меня кто-то спрашивал, помню, в комментариях. Есть ли здесь сюжетный кооператив? Нет, его нету, к сожалению. Цель не обнаружена, ну окей. Мне бы патроны к дробовику и еще к чему-нибудь. К автомату, например. Ну тогда было бы шикарно, а то так мы ходим почти с голой жопой. Хорошо, хоть быстро убиваются. Сволочи эти. Надутые. Я уж совсем не понимаю игру. А, что, теперь понимаю, куда мы попали. Ага. Ну нам на лифт тогда, значит, да? Только на него. Больше некуда. Что он делает только наверху, я не понимаю. Ситуация, конечно, просто патовая у них происходит. Нам, наверное, нужно поторопиться, да? Сюда нам не надо. Закрыто, потому что на карточку. Значит, сюда только. Как, в принципе, мы и шли за Джилла Паркера в эту сторону. Чисто иду на бум. Я уже все забыл. Здесь только коридоров, потому что в голове не укладывается. И жалко, кстати. А, вот. Куча гранат. Оно не двигается с места. Ну, окей. Сейчас сразу грену бросаем. Прекрасно. Отбили первую волну. Блин, показалось то, что трава и трубы. Совсем с ума сошел уже. Ой. Опа, опа. Сейчас он выстрелит. Или просто стрелять без перерыва. Ну да, как вариант. Надеюсь, нам еще недолго так бегать осталось, а то это немножко напрягает. Ну это шикарно. Одного выносишь, а два других погибают от взрыва своего коллеги. Это смешно, конечно, с одной стороны. Да не вставай. Можешь поваляться. Вот этого надо аккуратно прищучить. Сколько же вас тут, блин? Ты жива? Ну, хорошо. Хоть как Эшли не помираешь. Блин, что за вас все по 1% дают? Скудно так. Ой, патрончики. Давайте сразу зарядимся. Чтобы было все заполнено и потом не возиться лишний раз с оружием. Клапан нужно вертеть. Оно не двигается с места. Ну, прекрасно. Значит, нам сюда только идти остается и все. Жесть. Блин, сколько же у вас тут, а? Все кишит просто. Обалдеть. Кстати, без воды здесь... О-о-о-о.
Блин, гранат больше не осталось. Все. Вынесли их потихонечку. Да, экшен, конечно, тут просто зашкаливает. Еще ни в одной главе подобного не было. Пистолет у нас... Ну, еще 9 патрон есть, в принципе. Это нормально. Я уж понял, что рядом. А ведь не скажешь то, что тут вода была недавно. На корм рыбам вот куда пошла. В принципе, неплохой такой эпизод, но... Времени у нас еще маловато прошло, поэтому продолжаем серию. Кстати, рейтинг меткости неплохой. Ну что, сама выберешься? Надеюсь, Крису не надо помогать. Паркер где? А, вот ты где, братин. Кстати, у него акцент какой-то странный, похож на русский. Прислушайтесь, когда он будет говорить. Ой-ой-ой, что ты... Я сейчас представляю себе, будет жесть полная. Чувствую, дыхание у нее быстро закончится, да? Мы вообще в верном направлении движемся. Я просто не представляю себе, куда надо идти. Опа. А что мы с этой трубы будем делать? Давайте дыхание наберем. Трубу эту надо явно куда-то впихнуть. Это просто вывод сам по себе напрашивается такой. Ой, вот видели, да? Ой, блин. И что делать теперь? Еще одну трубу искать, что ли? А, вон она, да. Все прекрасно. Ну, скорее всего, сейчас мы ее откроем, да? Давайте только еще разочек дыхание наберем или нет? Не, не будем. Прям так возьмем, рискнем. Правда, откуда столько дыхания у нее, непонятно. Хорошо поплавали, да? Паркер, ну чё ты как баба? Джилла то более выносливая. Жирко своего надо тебе сбросить. Да ты щекастый такой. Ты цел, братин? Да? Все, пошли дальше. Чё у нас вообще из оружия есть? Давайте перезарядимся заранее. Чтобы никаких проблем не было. Ну, теперь мы не одни, теперь с нами на корабле Крис. Здесь закрыто, да? Да, скорее всего, просто водой затопило, поэтому мы не можем пройти. Ну, значит, нам остается только вот сюда вот идти, откуда мы, собственно, и приходили изначально, и Крисом, откуда мы бежали. Заметьте, уже опять все наполнилось водой. То есть, Крис только что здесь был, был все с... Уха! Пошла вон. Паскуда. Валим побыстрее. Ну, полечимся лучше от греха подальше, а то еще грохнут. Проблем потом не оберешься. Все, вовремя я свалил. Ну, Паркер сам о себе позаботится. Такой парень боевой. Надеюсь, очень полезненько будет. Да. К
счастью. Все, пулеметных патронов у нас более чем достаточно. Ну, наконец-то мы потянули уже этот этот рычаг. Это что такое? Теперь мы чего, электриков будем играть? Ну, прекрасно. Так, ну нам явно не туда. В холл еще попасть надо. Мы вообще правильно идем, я надеюсь, да? Да, правильно. Ну, с врагами лучше не сражаться. Толку от них никакого. Паркер, иди за мной, братень. Не трать ты на них свои патроны. Так. Прошу прощения. Королева Семирамида? А королева Зенобия как же? Что? Jill and Parker are probably being held on that ship. Located. No, but I've got my top people on it. How much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area, see what you can find. Roger that. Вот это жесть, ребята. Я думал, почему воды нету. Оказывается, это другой корабль. Фух, вот это поворот. Да уж. Хоут, наверное, имеется вот сюда нам нужно, да? Получается, мы вообще попали неизвестно куда. Иначе не назовешь. Вообще, обрадую вас, я изначально пошел не туда, куда нужно. В этот лифт, оказывается, нам вообще не надо было суваться. Я оббежал все верхние этажи и потратил минут 15 времени лишнего. Увы и ах. А оказывается, нам нужно было идти всего лишь вот сюда. Потому как больше путей нету для прохождения. Только вот этот. Игра линейная выходит, но... Линейная по-хорошему. То есть плохой я эту игру не смогу назвать, мне язык не повернется. Ой-ой-ой, ну нафиг ее. Скотину эту. Паркера там что-то душит, да? Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like it. The sooner we get to the observation deck and contact HQ, the better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Крис у нас вообще на другом корабле. Я уже забыл по названию, на каком, но это корабль-близнец выходит. Как-то так. Нам, похоже, нужно в центральный холл, да? Как я понял. Не иначе. Опа-на. Что произошло? Здесь ничего плохого. Угу. Ну вот в этот лифт, значит, да? Да, братень. Карту здесь сделали неудобную. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая же мразь. О! Отбейте. Легко сказать, отбейте. У меня лечилок вообще ноль. Откуда он вылезет? Это
как я понял, мини-босс, да? Давай, вылезай, гнида. Расстреляю тебя. Другого выхода просто не представляем. Заперты, в западне. Ох, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Сейчас опять вылезет, небось, да? Сколько же патронов тебе надо, собака? Когда ты сдохнешь? Тебе с твоего глаз шоколадно расстреляю. Ой, одни проблемы сплошные. Ну, гранату бросать бесполезно, нам пользы никакой не сделает. Блин, патрон вообще не осталось. Все. Шикарно. Притык прям. 0-0-0. Мы на свету. Ну и перевод. Просто отжигает периодически, не по-детски. Блин, полечиться надо срочно. О. Ох, что-то мне не нравятся эти баллоны. Неужели опять босс какой-то будет? Давайте сразу мы зарядим оружие. Чтоб все окейно получилось. Блин. Поднимайся, поднимайся. Сестренка. Вот это жесть. Сразу давай, бери винтовку. Сестренка. Давай, иди сюда, чмогандяй. Теперь сюда его заманиваем, да? Чё я наделал? Пипец вообще. О. Ну только расстреливать его. Я больше не вижу других вариантов. Давайте подберем сейчас все припасы, какие только можно. Потому что только так и все. Бери быстрее, сестрюнь. Ох. Как бы сейчас не просрать. Бежим, 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 бежим. Да как так? Вот бред. Ну, наконец-то удалось убить эту скотину, блин. С третьей попытки. Живучая тварь. Можно тебя просканировать? Сколько же у тебя тут этих элементов, блин? Я же думал, вообще не пройду, или это какой-то глюк, блин, что убить невозможно. Оказалось, нет. Чё еще есть-то? Показывайте быстрее. О. Еще что-то есть, да? Так, о. Сейчас нам просто нужно собрать все боеприпасы как можно целостнее. Потому что у нас все истощено. В буквальном смысле слова. Видите, патрон почти не осталось. Я понял, что наверху. Ну, вот так вот, нормально. Фух, погнали наверх. О. Вот теперь вот этим ключом карты мы сможем открыть многие двери.
Может, вообще есть что-нибудь сзади, не? О! Давайте сразу перезарядимся. Вот так вот нормально. Очень тяжелая серия вышла из-за этого босса. Вы даже не представляете себе, насколько тяжелая. Наверное, в Dark Souls последний раз так маялся с боссами. Ну, когда уже? Все, пришли. О, сейчас будем опять этот пазл решать, наверное, да? Ну, окей. Угу. Более-менее понятно, что от нас хотят. Как-то вот так вот, наверное, да? Во, все. Супер. Я тоже надеюсь. O'Brien here. Are you two all right? We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. Да не то слово, как много. I know. The whole thing was a setup, and we fell for it. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something. Just stay put. I've got an emergency call. No, wait. Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we? Ты пролил мой кофе. Looks like somebody's found a Queen Zenobia. Да, эту королеву хотят сжечь, как я понял, очень быстро. You haven't changed a bit. Неужели этот командир наш предатель? HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. Dreaming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites that destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Офигеть. Жесткач самый натуральный. Ой, да. Ладно, ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Пока.